Кёрлинг без ограничений. В Пойковском нефтеюганского района презентовали новый проект для людей с ограниченными возможностями здоровья. На торжественное открытие приехала вице-президент Федерации настольных спортивных игр России Наталья Крель. С общественниками и представителями власти она обсудила современные подходы вовлечения в занятия физической культурой маломобильных групп населения. Нефтеюганская районная организация общества инвалидов выиграла грант губернатора Югры 1 109 000 рублей. На эти средства и приобретено оборудование для напольного кёрлинга, специальные виниловые дорожки и камни. Это, по сути, тот же вид спорта на льду, но во многом упрощенный и доступен каждому. На одной площадке играют и инвалиды, и пожилые люди, и дети. Устраивать соревнования можно в любое время года и практически в любом месте. Презентация прошла в спортивном комплексе. Отмечу, что в Нефтеюганском районе активно развивают настольные игры. Представители общества инвалидов имеют сертификаты преподавателей, даже выступают судьями на всероссийских соревнованиях. В прошлом году проект «Досуг и ваше здоровье» получил поддержку фонда президентских грантов.